К другим темам. Последовательные реформы, реализуемые в стране, охватывают и сферу борьбы с преступностью и общественной безопасности. На основании поручения главы нашего государства внедряются новые системы и концепции, служащие обеспечению стабильности криминогенной ситуации в регионах. Подобный механизм работы был запущен и в Андижанской области. В махалях красной категории, где криминальная ситуация тяжелая, осуществляется подворовой обход. Профилактические беседы проводятся отдельными группами лиц, ранее совершившими преступления, отбывавшими наказание. Принимаются меры по привлечению безработных к социально активной жизни посредством трудоустройства. Внедрение новых методов сотрудничества продолжается и в других регионах нашей страны. Работы организованы по принципу «безопасная махалля». В Махалинском сходе граждан Гайрат также организована деятельность по данному направлению. Инспекторам профилактики составляются заключения по каждому жителю. Например, согласно составленному списку, я работаю с одинокими людьми, с родителями, не занимающимися воспитанием детей, и конфликтными соседями. Предотвращение преступлений – это не только обязанность правоохранительных органов. Если вся махалинская пятерка будет работать сообща, то мы сможем существенно снизить уровень преступности. В городе Андижане в целях предотвращения преступлений и разного рода правонарушений осуществляется широкомасштабная работа. Это призывает нас, молодых людей, быть более бдительными. В ходе таких мероприятий мы осознаем, что в борьбе с преступностью молодежь также играет важную роль. Предотвращение преступности – это не только работа правоохранительных органов, а всех нас. В каждом районе области осуществляются разъяснительные мероприятия.